Всем доброго времени суток, дорогие подписчики, хорошее настроение, позитивчик, меру не обдолговой. Распаковка чек. Так, поехали. Квас 31 рубль стоит. Пастила щёлка смородная 55 рублей стоит. Яйца с рынка 150 рублей стоит. Мороженое с малиной 80 рублей стоит. Майонез 63 рубля стоит. Сырок 45 рублей стоит. Сейчас смотрим, похаваем. Перепелиные яйца 20 штук 130 рублей стоит. Так. Темный изюм и финики белые стоят 100 рублей. Это стоит. И вот маленькая перепелочка. Вытянула на 280 рублей. Всем позитивчик, спасибо за просмотр.